Партия против гроссмейстера. В мегаполисе прошел сеанс одновременной игры в шахматы. На трех площадках любители встретились с профессионалами. Это дополнительная программа суперфинала чемпионатов России по шахматам, который в эти дни проходит в Крывеческом музее. На главной площадке в центре города сеанс давал международный гроссмейстер Сергей Рублевский. Шахматист сыграл одновременно на 20 досках. Но, как отмечает чемпион России, для него это не предел. В своей карьере он одновременно играл 300 партий. Последний раз я был в 95-м году, тут тоже сеанс одновременной игры в Бирске давал. Был круговой турнир, я, кстати, там первое место разделил, это что, 20 лет с чем-то прошло, да? С тех пор таких крупных турниров не было, я очень рад, что все вернул, возвращается на круги своя. То есть сейчас Радм Холдинг поддерживает команду «Сибирь», я, кстати, сам в ней играю. Вот, мы чемпион, правда, без меня были уже чемпионами России и Европы. И сейчас вот буквально через пару недель едем на чемпионат Европы. Добавлю, что суперфинал чемпионата России по шахматам завершится 28 октября. В числе лидеров сразу 6 гроссмейстеров. Новосибирец Дмитрий Бочаров замыкает турнирную таблицу.